Новости. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Это не только праздник, но и причина вспомнить о мобилизации усилий всех ведомств на защиту детей от преступных посягательств, жестокого обращения и эксплуатации за сохранение их здоровья и благополучия. С этой целью Следственный комитет края провел прием граждан. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Игорь Иванов вместе с уполномоченным по правам ребенка Светланой Адаменко разобрали конкретные проблемы 16 жителей из разных районов края. Поднимались проблемы невыплаты алиментов на содержание детей, вступление в наследство, использование материнского капитала, бездействие должностных лиц, органов власти и других ведомств. После приема граждан спикеры обсудили совместную работу по вопросам профилактики самовольных уходов детей, содействия их розыску, а также проведения социально-реабилитационной работы со сложными подростками. А также выработали ряд мер по совершенствованию сотрудничества, в том числе с помощью подобных приемов граждан. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».